А вот Европа вздохнула с облегчением. В ряде стран замедлились темпы распространения коронавируса. Добиться этого удалось благодаря строгим ограничениям, которые во многих государствах вынуждены ввели с октября. Суточные показатели по заболеваемости продолжают снижаться во Франции, в Италии и Испании. А значит, здесь скоро откроют многие объекты. Подробнее расскажет мой коллега Оскар Миндыбаев. Спасибо, Наталья. В Европе впервые почти за два месяца наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Суточные показатели пошли на убыль. Но радоваться рано, говорят эксперты. Ограничения во многих странах еще продолжают действовать. О завершении карантина со 2 декабря заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В этой стране на смену строгим запретам, которые действуют с 5 ноября, вернется система региональных ограничений. Но уже известно, что откроются торговые центры, тренажерные залы, салоны красоты. А во Франции сейчас регистрируют не 50-60 тысяч случаев в сутки, а всего от 3 до 4 тысяч. Такая же ситуация в Англии, Италии, Бельгии. У испанских врачей впервые за долгое время появился повод для радости. Больше месяца назад здесь регистрировали до 100 тысяч больных. Сегодня же около 400. В Каталонии решили открыть гостиницы и спортивные объекты. Король Испании Филипп VI отправился на карантин. Как сообщают местные СМИ, король принял решение уйти на самоизоляцию после того, как пообщался с человеком, у которого выявили COVID-19. Филипп VI отменил все мероприятия на две недели. Его супруга, королева Летисия, и дети продолжают жить в обычном режиме. У монарха пока вирус не подтвердился. При этом королевский дворец не закроют, а лишь ограничат визиты гостей. В Турции ждут поставку китайской вакцины, чтобы протестировать ее на добровольцах. Желающих оказалось так много, что некоторые получили отказ. В испытаниях примут участие 20 тысяч человек. Я решил стать волонтером. Медики очень откровенны. Нам объяснили возможные побочные эффекты. Согласился на инъекцию. Анкара заключила контракт с китайской фармкомпанией. 10 миллионов доз препарата Синовак уже в пути. Прививки начнут ставить уже на следующей неделе. Первыми их получат медицинские работники, затем люди с хроническими заболеваниями и те, кто входит в группу риска. Сейчас прививку начали уже тестировать на некоторых добровольцах. Добровольцы прошли полный инструктаж. Общий объем заказа может составить до 50 миллионов доз. Ну что ж, главное, чтобы вакцина пошла на пользу. Наталья. Да, Оскар, будем надеяться на удачные испытания всех вакцин, созданных для борьбы с коронавирусом.